И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике, значит, донастроим аптечку. Так, давайте добавим сначала аптечку в файл import fbx. Найдем, где она находится. Так, она сейчас вот подгрузилась. Смотрим. Вот она, наша аптечка. Все буду рядышком делать, чтобы потом как бы будет игра, когда собираться до конца, то это будет как бы рабочий материал для полностью уже калибровки, для создания чего-то более классного, да? Так, ну и для вас, если что-то вы захотите сделать, как бы информации по этой теме очень мало. Так что вот, надеюсь, пригодится. Так, погнали. Есть у нас аптечка. Теперь давайте добавим, сейчас я вот это пока аж скрою, добавим текст, Shift A нажимаем или Add нажимаем, находим текст, семерка на numpad, находим текст, так, где он тут у меня, вот, на пивоте, да, так, теперь заходим в Edit Mode и все это дело стираем и пишем. Сколько нам на жизни, это 100, да? Так, 100, и теперь, значит, добавляем новый материал, пусть будет красный, все, соточка есть. Так, теперь выбираем сотку, тройка на numpad, и давайте ее доведем к нашей камере. Так, вот она камера, семерка на numpad, давайте чуть ее повертим, покрутим R. Так, перекрутка, и опять же R, перекрутка, побольше, оп. Теперь G подводим к камере, 0 на numpad, G заводим сюда и делаем scale S, да, уменьшаем, ну пусть будет побольше, да? Там потом еще нужно будет сердце добавить сбоку. Так, а, да, здесь сердце, а здесь знак патрона. Можно патрон сделать, и чтобы он тут в боку типа был. Так, ну вот эту штуку тоже давайте S сделаем. Побольше G. Подтянем, подведем и посмотрим, насколько далеко она стоит. Так, это сюда. Так, тут еще можно R как бы докрутить, G подвести поближе, десятку тоже можно поближе, 0 на numpad. И немножко опять же G подрегулировать. Делаем S, R, G. Ну и в угол куда-нибудь. Так, эта штука, чтобы тоже как бы в углу была. Итак, у нас должен быть Alt-H, включаем все видимое. Пока вот такой противник, это куб, ролик по противникам будет позже. Так, пока вот настраиваем, значит, вот эти, значит, артефакты, которые помогут что-то брать. А противник уже потом будет. Итак, погнали. Так, открываем, чтобы видеть вот эту аптеку, находим логические вот эти бриксы, edit, и что нам нужно? Первое, что нам нужно, это поставить кручение. Давайте поставим always, всегда, и поставим, ну, давайте так, motion. Так, подключаем. На моциум ставим по Y, троечка, Enter. Всегда кручение. Вот такая штука. Так, это закрываем по прошлым, значит, роликам. Смотрим P. И вы видите, что наша аптечка крутится. Так, SK, выходим из игрового вот этого движка. Дальше, что нам понадобится? Дальше нам понадобится коллизия. Так, вот здесь давайте сразу добавим на аптечку Game Property, пусть будет апт,
аптечка. И поставим ей, значит, целое число. Или можно даже оставить так, float, не целое. Так, дальше. При столкновении, при коллизии, значит, совершается столкновение вот с этим хитбоксом, который называется, сейчас скажу, куб 003, но можете переименовать, назвать его хитбокс. Я сразу это не сделал. И сейчас вроде он у меня прописан, я не буду его перепрописывать, чтобы менять потом в настройках его название. Значит так, при столкновении с хитбоксом, но хитбокс у нас называется, вот чуть-чуть его убирать трудновато, хитбокс по прошлым роликам называется плеер, и на нем стоит таймер. Вот он. Так. Находим аптечку и печатаем плеер на английском. Enter. Значит, аптечка при столкновении с хитбоксом вот этим должна исчезнуть. То бишь, она должна edit object и сделать просто end object, скрыться. Вот такая штука. Исчезает. Но когда она исчезает, значит, она должна послать сообщение. То бишь, она посылает мессенджер, так, property, и она посылает, значит, присвоить аптечке 100 жизней. То бишь, значит, сообщение отправляется, значит, на хитбокс, и говорит, что на мне 100 жизней. Вот. Все, 100% жизни у меня есть. Так, это дело, настройка прошла. Сразу физику настраиваем на статик, потому что на... Так, на что она тут? На динамик, и на это она не работает. Так, статика. Вот, можете раз скриншот сделать вот так. Получается статика. Значит, постоянное кручение при столкновении с хитбоксом, значит, исчезает вот этот вот значок и отправляется сообщение на хитбокс, что это значит, я аптечка и на мне 100% жизни. Так, есть такое дело. Теперь давайте настроим вот этот соточку. Так, сотку давайте сразу привяжем. Ctrl-P через Shift, левая кнопка мыши, Ctrl-P, Object. Ну, чтобы она была привязана к камере. Давайте настраиваем теперь соточку вот это. Это наши вот эти жизни. Продолжаем настраивать соточку, значит. Так, на сотку, чтобы вам было видно, и потом можно было сделать скриншот, да? На сотку мы устанавливаем что? Значит, текст и ставим Integral. Все, это дело поставили. Текст у нас появляется в View Layer вот этом. Это значит первый текст у нас десятка, это патроны. И второй текст у нас 001, можно переименовать, допустим. Здесь пишем текст патроны, а здесь текст жизнь, допустим. Ну, я оставлю пока в таком духе. Так, погнали. Значит, теперь что делает у нас текст? У текста... Текст получает у нас два сообщения. Первое сообщение мессенджер с надписью единица. Ну, вот первое сообщение. Следом, что он делает? Он делает property и делает add, и значит, получает текст с названием минус 10. При столкновении с врагом наш текст будет получать минус 10 урона. Следом второе сообщение. Так, пардонте, не кейборд. Второй мессенджер. Он получает с названием 2. Типа второе сообщение. Второе сообщение он получает, что, мол, у нас property accession. Значит, add. Это добавить, вычесть. Минус 10. А accession, вот это accession. Это присвоить, опять же, тексту вот этому 001,
мы присваиваем 100. Можем прибавить 50, 30. Одна аптечка может быть 30, значит, здоровья, 50 здоровья, ну, разные ставить. Если у нас 5 аптечек, здесь понятно, что будет, значит, 5 аптечек и, допустим, 5 сообщений, допустим, что минус 10 или одна остается. Но это потом рассмотрим в дальнейшем. Может вот это первое сообщение одно остаться для всех, а там уже прибавляем от одной аптечки третье сообщение, четвертое, пятое, что, мол, так и так, добавить 50, 30, 40, допустим, жизни, да? Следом, давайте переходим теперь к хитбоксу, вот к этому. И что нам, значит, нужно настраивать на хитбокс? Первое, что нужно настроить, это, значит, у нас выходит property. Находим property и показываем acquire, вот этот, равно, значит, у нас player, вот этот player, его мы устанавливаем, что, мол, при столкновении получаем равно 0. Значит, при ноле, когда у нас все жизни дойдут до ноля, наш персонаж или наша сцена должна сделать перезагрузку или закончить игру. Открываем гейм и на гейм ставим, допустим, так, что у нас тут есть? Есть рестарт гейм, перезагрузить, значит, тур и, ну, игру. И квад гейм, выйти из игры. Ну, давайте поставим рестарт. Так, это есть такое дело. Все, запомни, equal, player, 0, конец игры. Следом, что нужно сделать? Вот этот хитбокс при столкновении с аптечкой должен отправить сообщение на вот эту соточку нашу. Так, это значит property 0 закроем. И значит, теперь наш хитбокс должен получить сообщение от аптечки. Значит, какая штука? Мессенджер получает аптечка от аптечки. Пардоньте, на английском напечатал. Аптечка. Enter. Получает сообщение. Мессенджер. С текстом. Находим наш текст. 001, который вот он. И печатаем, что уходит сообщение под названием, допустим, 1. Следом ставим, что при коллизии, при столкновении с врагом, печатаем враг. У нас, значит, получается другое сообщение. Значит, теперь у нас не сообщение, а property. Ну, как тоже сообщение, значит, decision. Отправляем плееру, что он должен сделать минус 10. Ну, отправить на соточку, что, мол, убери там на 10 баллов, да? Так, вот и вся, значит, настройка. Где взялся вот этот в коллизии враг? Давайте смотреть. Враг, вот, я потом в следующем ролике, в следующем покажу, как он настраивается. Еще тут нужно информацию найти, как он будет создавать урон. Ну, будет, наверное, два ролика, как он добавляется, как это все дело делается. И, значит, потом второй, наверное, ролик попробую сделать, где он уже будет, значит, наносить травмы нашему персонажу. То ли руками, ножом или стрелять. Вот тут сострелять... Немножко проблема, что информации очень мало. Нужно еще подыскать ее. Ну, в принципе, нет невыполнимого, да, была бы идея и цель. Все сделается. И, значит, этот враг у нас вот здесь назначен. Вот, добавлен property, game property, враг. На нем стоит интеграл и соточка. Целое число 100.
Так, значит, на камере, на плеере у нас стоит таймер на сотки. Вот она, сотка. У нас стоит текст. Целое число. Так, ну, в принципе, как бы все, да? Задействована у нас аптечка. Задействован у нас, значит, хитбокс. Задействована сотка. Вот это. Так, и теперь давайте посмотрим, что получилось. Если что, нужно будет сейчас все это дело поправлять. Делаем 0 на нампаде. Так, подгоним побольше. Делаем пи английское и погнали. Значит, мы бежим, бежим, бежим назад. У нас убывает, значит, жизни. Вот они, 70. Потом все, мы бежим, берем ствол тут и берем патроны. Все, нифига не берутся. Вопрос решаем кардинально, да? Как в Страже Галактики. Смотрим на вот эту нашу штуку. Стоит статика. Все правильно. Настройки все правильные, но не выполняется команда добавить, значит, 100 жизней. Да? Почему? Смотрим. Так, аптечка отправила у нас мессенджер. Так, decision, туда-сюда, на плеер. Так, при коллизии плеер, и, значит, сообщение, видите, я не поставил, кому отправлено. Так, аптечка у нас отправляет сообщение, значит, с надписью 100 на хитбокс. Проверяем, на сотку заходим, на наше число вот это. И смотрим, сотка у нас отправлена под знаком 2, второе сообщение, да? Значит, заходим, находим нашу вот эту таблетку и ставим здесь сообщение 2. Так, теперь проверяем, значит, хитбокс. При столкновении с аптечкой сообщение отправляется 1, но у нас там стоит 2. Значит, ставим двойку. Я тут тоже немножко неправильно сделал. Следом сотка получает двойку, что с аптеки приходит 100 баллов, баксов, да? И значит, первое сообщение у нас о повреждении. Значит, ищем первое сообщение о повреждении. Враг, 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 враг. Здесь этого нет, да? Так. Все, этого нет. Первое сообщение отправляет у нас именно враг. Так, смотрим врагам. И вот он отправил первое, значит, сообщение о том, что он нанес повреждение хитбоксу. Ну, в принципе, все, сейчас все должно заработать, да? Давайте проверяем теперь 0 на нампаде. Так, ставим пи английское, опять же бежим, 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 бежим. У нас урон, опять урон, второй урон, третий. И дальше мы бежим, берем ствол и берем жизни. Так, опять что-то не стыкуется. Что у нас не хватает? Значит, на сотку у нас стоит ноу коллизия. Итак, смотрим, значит, в чем вопрос? Значит, ставим на нашу таблетку не интеграл этот, а таймер попробуем. Так, статика с таймером стоит. Так, проверяем. Так, значит, опускаем вот эту всю штуку, делаем 0 на нампаде, делаем пи, бежим, 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 попадаем в казус, вперед, назад, вперед, назад. Вот у нас тут махач идет, столкновение, так, и погнали. Побежали, взяли ствол и подходим к нашей вот этой таблетке. 100 баксов. Все, теперь стреляем. Дин-дин-дин-дин. Ну, тут чуть-чуть у меня настройка камеры выскочила, да?
Ну, в принципе, все работает. Вот такая настройка. Так, теперь что нужно сделать? Так, добавить сюда типа сердечки, а сюда значок патрона, да? Потом следом добавить музыку при столкновении. Это следующий ролик будет, когда будем сталкиваться вот с этим предметом, хитбоксом, то у нас будет проигрываться музыка. И, значит, добавим музыку вот в саму сцену вот сюда. Как она будет играть, посмотрим. Так, вот такая, значит, штукенция. Все, всем пока, до свидания. Файлы потом будут для скачивания, для попробовать в группе ВК. Всем пока.